С вечера до середины ночи вчера лил дождь, но грибов что-то не видно. Попадаются, но не те грибы, которые хотелось бы найти. Сегодня уже ездил. Тоже без успешных поисков грибов. В этом осеннике всегда появлялись грибы после дождя. Но на сей раз мы ничего не видим. Но только вот так вот. Такие вот грибы попадаются ядовитые. Такие вот грибы. Даже не знаю, как они называются. Сыроежки. В Дубраве каждый год гнездилась пара конюков. В этом году их этой пары не видно.